Ребятки, в некоторые колодцы можно запрыгивать на свой страх и риск. Ну что ж, давайте упадем в колодец. Ого, ничего себе, на свой страх, ребята. Мы прыгнули в колодец на свой страх и риск и получили кучу монет. Давайте от него, опа, вот так вот. Побежали дальше, корова. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра, и сегодня, ребяточки, мы проиграем вот такую вот крутую игрушку, которая называется Супер Корова. Так, ребятки, ну что ж, в эту игру меня попросил поиграть один мой любимый подписчик. Так, ну что ж, ребятки, в общем, давайте, собственно, и начнем игру, посмотрим, что эта Супер Корова умеет, пока она сидит на лужайке, играет на гитаре. Давайте с вами пока посмотрим, что здесь у нас вообще. Давайте начнем, собственно, игру. Известный преступник профессор Дуриарти убегает из тюрьмы. А в это время в солнечной долине на ферме шла счастливая жизнь. Но тут появился Дуриарти и захватил ферму. Через своих информаторов об этом узнает Суперкорова. И, конечно, кто, если не она, способен спасти животных? Она спешит на помощь. Все, ребятки, ну что ж, из краткой истории мы с вами только что получили известие о том, что доктор, ребятки, захватил ферму, и Суперкорова, ребятки, идет на помощь спасать своих, ребятки, друзей, которые там на ферме остались. Так что пойдем. Так, дорогой супер-дневник, я снова в пути, снова выполняю работу супергероя. Буду у тебя заносить свои супермысли. Этап 1, уровень 1, ребятки. Ну что ж, погнали, посмотрим, что здесь у нас. Этап 1, уровень 1. Задание добраться до выхода. Ну что ж, давайте, ребятки, доберемся. Так, ну что ж, погнали. Вот такая, ребяточки, у нас коровка есть прикольная. Так, давайте вот. Ой-ой-ой, мы где-то упали в кусты. О, ребятки, мы ее с вами можем вниз даже смотреть, вы знаете. Посмотрите, что здесь. Здесь какие-то ядовитые цветы в мешках. Нельзя их брать, нельзя. Так, погнали, погнали, погнали. Вот мне... Так, это деньги. Очень полезная вещь в сказочном мире. Собирайте разбросанные монетки и получайте дополнительные очки. Чем лучше монетка, тем больше очков, ребятки. Вы поняли? Чем больше, ребятки, монет мы соберем, тем лучше для нас. Так, ребятки, здесь нам информируют, что корова может смотреть вниз. Давайте, собственно, посмотрим вниз. Но пока я там особо ничего не наметил. Так, ребятки, давайте монеточки соберем пока. Так, вай-вай-вай-вай-вай, давайте вот так вот все соберем. Отлично. Так, ребятки, в некоторые колодцы можно запрыгнуть на свой страх и риск. Ну что ж, давайте упадем в колодец. Ого, ничего себе, на свой страх, ребята. Мы прыгнули в колодец на свой страх и риск и получили кучу монет. Давайте от него, опа, вот так вот. Побежали дальше, корова. Ой-ой-ой, ребятки, это ромашки такие. Так, отлично. Ребятки, вот здесь выпрямим. Все равно по крышам ходить тоже можно. По крышам тоже можно ходить, ребятки. Ну что ж, давайте, собственно, попрыгаем по крышам. Сейчас соберем здесь монетки. И теперь я покажу. И теперь самое ценное добро прячется в секретах. Чтобы найти секрет, его нужно хорошенько поискать. Все, ребятки, я увидел, где секрет. Я сейчас вам покажу, посмотрите. Нам нужно коровой запрыгнуть сюда. И вот сюда вот. Вот, ребятки, вот здесь вот. Вы нашли секрет. Вот он, ребята. Так, поехали дальше. Все, ребятки, уровень пройден. Круто, круто, все круто. Отличненько, корова нашла, ребяточки, выход. Так, ребятки, результаты уровня у нас, в принципе, средние. Тут, как всегда, все, давайте продолжим нашу игрушку. И перейдем, собственно, ко второму уровню. Посмотрим, что же нас здесь ожидает в этом уровне. Я надеюсь, что мы здесь уже с кем-то сражаться будем все-таки. Добраться до выхода. Нет, ребятки, сражаться мы пока еще не будем. Нам приходится добираться до выхода. Сейчас мы, собственно, с вами это и будем делать. Так. Погнали. Осторожно, создание безумно Дуриарти на каждом шагу. Попробуйте прыгать им на голову. Ребятки, так, ну что ж, до головы. Вот, все, ребятки, мы уничтожаем врагов, таким образом прыгая им на голову. Так, довольно-таки неплохо. Так, ребятки, давайте собирать монетки вот эти вот. Отлично, отлично. Так, ребятки, там можно вниз, по-моему, посмотреть. Давайте посмотрим, что там внизу творится. И давайте, наверное, на свой страх и риск
Ребятки, вы нашли секрет. Очистка окружения среды – общественно полезное, а также прибыльное занятие. Прыгайте на мешки и бочки с мусором, зарабатывайте дополнительные очки. Отлично. О, ребятки, посмотрите, я очищаю от грязи этот мир. Все, отлично, ребятки, я собрал секрет. Прикольно. Так, супер корова. Побежали. Ой, вот там можно было на крышу, ребятки, по-моему, вылезти. Вот здесь вот, да. Ох, отлично, давайте заберем все это. Все добро это. Вон носки чьи-то висят, сушатся, ребятки, одеяло. Так, отличненько, ребята. Так, опа-па, видите, как мы мусор превращаем, ребятки, в золото. Так, это спящий гриб. Дежаву. Он ваш помощник. Если его разбудить, можно продолжить уровень с этого места. Если потеряете жизнь. А его, чтобы разбудить... Все, ребятки, мы его разбудили. Отлично, отлично, круто. Теперь мы, если проиграем, будем отсюда начинать, да? О, туалет, ребятки, я нашел туалет. Ха-ха, прикольно. Так, отлично, корова сходила в туалет. Так, матрас с пружинами бывает очень полезен, если нигде спать, а также если на нем попрыгать. Бяум, бяум, бяум. Вот так вот корова умеет наша прыгать. Так, ну что ж, погнали, погнали, погнали вперед, ребятки. Так, ну здесь вот, в принципе, как всегда, я думаю, можно выскочить на крышу и собрать все монеточки. И найти секрет, я так думаю. Вот улитка, ребятки, опасная. Вот так вот, отличненько, мы ее сразу же уничтожили. Пошли, 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 корова вперед. Так, ребятки, тут, по-моему, секрет должен быть, но... Не знаю, не уверен еще точно. Ой-ой-ой, ребятки... Меня укусила улитка. Давайте его вот так вот убьем ее. Так, пошли дальше, пошли дальше, пошли дальше. Если кажется, что за воротами может быть что-то еще, просто пробегите их и не останавливайтесь. Ага, вот, все, ребятки. Отлично. Уровень пройден, ребята. И это просто замечательно. Хочу вас поздравить с тем, что мы с легкостью его прошли. Собственно, один раз нас улиточка, так сказать, укусила. Но мы не проиграли. Мы продолжаем, ребятки, уровень 3. Так, ну что ж, ага, начинается сегодня. Я встретил улитку с большими красивыми глазами. Но как только я приблизилась, то напала на меня, ребятки. Да, есть такое. Есть такое. В дневнике корова записывает то, что с ней, в принципе, происходит в жизни. Так, ребяточки, этап первый, уровень 3. Добраться до выхода. Давайте, с каждым уровнем все сложнее и сложнее нам становится играть в эту игрушку. Это лифт. В сказочном мире их великое количество, множество. Есть те, которые катаются сами по себе. Туда-сюда. Есть другие, которые ждут, пока ты в них сядешь. Понял. Вот этот ждет точно, пока я в него сяду. А есть лифты, которые ездят сами. Ну что ж, довольно-таки неплохо. Так, рука мне показывает идти прямо. Указатель, что я, собственно, ребятки, буду и делать. Так, отличненько. Улиточку мы с вами сразу же убили, чтобы она нам не мешала. Так, давайте разбудим гриба. Так, отличненько. Бяум! Вот так вот. Бяум-бяум! Отлично. Мы нашли секрет. Красное сердечко – очень важный приз. Оно пополняет энергию и дает одну призовую жизнь. Отлично. Так, куда мне теперь-то, ребятки? Куда мне теперь-то идти? Помогите! Корова заблудилась! Я не знаю, куда мне идти. Красавица, теперь назад, что ли, идти мне нужно? Давайте назад пойдем, наверное. А, вот, ребятки, все. Пам-пам-пам-пам, мы нашли выход. Так, отлично. Собираем все, что нам нужно. Ой-ой-ой, улиточка нас опять укусила. Мы ее опять же, ребятки, уничтожили. Так, ребятки, нам показывают, есть верхний и вниз ход. Такой вот, так, давайте, наверное. Вау, я нашел секрет, ребята. Да, да, отлично. Все, ребятки, мы пошли вниз, нашли секрет. Теперь нам нужно выбраться вверх и пойти дальше. Раз, отлично. Упаковка супер кефира заполняет здоровье. Понял. Отлично. У меня здоровья, ребятки, мало. Давайте супер кефира съедим. Отлично. У нас добавилось, ребяточки, здоровье. И это просто, ребятки, круто, хочу вам сказать. Так, ну что ж, давайте пойдем, наверное, дальше. Предлагают нам пойти дальше. Давайте с вами пойдем дальше. Отлично, ребятки. Что это за гриб такой, который нам позволяет, ребятки, перемещаться во времени. Если мы проиграем, мы можем начать оттуда, откуда начали. Ой-ой-ой-ой, корова опять меня... Ой, у меня улитка укусила. Коровушку укусила улиточка, ребят. А как мне туда попасть?
Как мне попасть сюда, ребята? Вот так вот, наверное, ребятки. Да, ребятки. Отличненько. Мы нашли с вами секрет. Вау, круто. И теперь соберем с вами кучу вкусностей. Отлично. Вот, видите, ребятки. Я же говорил, что как-то туда надо нам попасть. Так, ребяточки, рука показывает сюда. Отлично, отлично. Вай-вай-вай-вай. Супер. О, ребята. Я потерял жизнь. Мы продолжаем с того места, откуда мы... начали, ребятки, с этими грибами. Тут я был уже или нет? Да, здесь я уже собрался. Так, давай, выпрыгивай, коровка. Побежали дальше, маленькая. Так, отлично. Отлично. Так, давайте уничтожим эту улитку, которая нас только что, ребяточки, съела. Давайте вторую тоже уничтожим. Их практически не видно, они в кустах прячутся, эти улиточки. О, ребятки, лифт, который едет сам. Подождите, там еще собрать можно что-то или нет? Да, вот это автоматический лифт, ребятки, который сам ездит туда-сюда. Так что нужно быть более внимательным. Вот так вот, отлично. Так, монеточки собрали. Так, второй лифт, поехали. А, он не едет, ребятки, он стоит на месте. Так, дорогие друзья, ну что ж, ребяточки, прикольненько мы с вами прошли уже третий уровень. И это просто, ребятки, круто. Уровень пройден. Так, ребяточки, ну что ж, на сегодня, наверное, мы будем закругляться с вами. Если вам понравилось это видео, поставьте пальчик вверх. Прокомментируйте это видео и подпишитесь обязательно на мой канал. А с вами был, как всегда, Юра. Мы сегодня играли, ребятки, в Супер Корову. Вы были, ребятки, на канале Вечное Детство. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. Будет весело. Пока-пока. В следующих видосиках.